Сегодня в нашей студии человек, которого знают многие видновчане. Это заведующий третьим хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы, заслуженный врач России Василий Осокин. Здравствуйте, Василий Витальевич. Здравствуйте. Отделение, третье хирургическое отделение, которым вы заведуете, здание ее находится в Расторгуево. Сейчас там проходит ремонт. Расскажите, пожалуйста, как удалось этого добиться? Ну, наше здание было построено в 1968 году, и с тех пор в нашем здании практически не производился никакой капитальный ремонт. Поэтому этот вопрос решался очень давно и долго. Последние годы было даже немножко тяжеловато работать, потому что постоянно были сбои со всеми обеспечивающими жизненно важными. И с водой было, и с канализацией. И в последние некоторое время протекала даже крыша. Вот, поэтому неоднократно обращались к администрации Ленинского района и в Министерство здравоохранения Московской области, и благодаря усилиям удалось все-таки сдвинуть этот вопрос, и в конце концов с августа месяца этого года начался капитальный ремонт. А скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находятся работы и как происходит контроль? В настоящее время практически заменены все коммуникации на втором-третьем этаже. Проведено новое практическое отопление, установлены батареи. Сейчас производится укладка плитки на полу и в операционных. Когда можно ожидать уже окончания ремонта и возвращения в родные стены третьего хирургического отделения? Значит, дело в том, что по графику запланировано на апрель месяц 2020 года, но хотелось, конечно, чтобы эта выполненная работа была раньше. Есть еще один важный вопрос, не менее важный. Это ремонт взрослой поликлиники города Видное, который тоже уже давно назрел. А какая ситуация сейчас с ней? Значит, ну, взрослая поликлиника была опущена в 1974 году, запущена, и с тех пор в ней практически в 2006-2007 году был выполнен косметический ремонт, выполнялся с элементами капитального. И с тех пор ремонтов никаких не было. А проходимость в нашей поликлинике 750 человек в смену, поэтому требовался, конечно, капитальный ремонт, потому что также не менялись ни коммуникации, ничего. Но благодаря усилиям также нашей администрации, вот, 2 недели назад нашу больницу посетила исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Огнева Екатерина Юрьевна. Она посмотрела состояние нашей поликлиники, поняла, что нужно ремонтировать. Потому что ремонт в нашей поликлинике в течение 4 лет откладывался, но она пообещала, что наша поликлиника будет включена на будущий год в первую очередь, и надеемся, что это будет так. Ну, раз вопрос теперь контролируется на столь высоком уровне, мы уверены, что так оно и будет. Большое спасибо за важную информацию для наших жителей. А я напомню, что у нас в гостях был заведующий третьим хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы, заслуженный врач России Василий Осокин.